Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И давайте поиграем мы за Луну, например, Атласом. Давайте поиграем Атласом. Так, такая у нас раскраска. В стиле осы. Есть, уничтожили мы. Первый вражеский танк. Идем уничтожать следующий. О, тут этого, давай. Опа, готов. А, нет, фига, ты что такой? А, мощный, что ли? Есть. Так, и вот этого сейчас. Ой, хорошо. Идем дальше. Полный у нас заряд. Так, на, получай. Есть. Перезарядка долгая, кстати, у Атласа. Надо будет его прокачивать еще. Так, вот этого тоже сейчас щелкнем. Отлично. Так, ну что, вначале, конечно, мало сначала танков будет. Во, есть. Ну, урон мне пока не наносит хороший. Где еще танки? Ну, танков вначале мало, конечно, всегда. Вот, пошли, мои хорошие. А вот и босс. Легион. Так-то, в принципе, можно подлечиться. Так, стреляем, все, попадаем. Так, отходим назад. Сейчас. Все, подзарядились, стреляем. Отличненько. Все, уничтожили мы. Босса. Ладно, забираем ремкомплект. Я думал подождать наплыв танков, но что-то их нет. Вот сейчас будет уже больше танков. Во! Сейчас прям будет. Один за одним. Танчик, так это маленький. Где все? Где все танки? Ну, вот едут. Есть. Где у нас еще? Так, монетки заберем. Вот они пошли, смотри. Так, вот пока двое. Вот, еще едут. Так, ну давай потихонечку будем отходить. Заряд заряжать. Есть. Ой, уже подлечиться бы не мешало бы, конечно. Ладно, сейчас еще одну такую маленькую волну пройду. И посмотрим. Где еще-то? А, вот они идут, танки. Раз. Два. Два танка было, а вот еще едет. Еще красненький, смотри. Сейчас мы отсюда его щелкнем. Ух ты, мимо. О, маленький еще один. Готов. О, красненькие пошли. Это еще один должен быть красный. Замыкающий. Нету. Так, а ну-ка, давайте мы с вами сейчас разберемся. Да, очень долго восстанавливается. Да ё-моё. Не, я буду тут мишенью стоять просто. Просто мишенью. Да ё-моё, что ты мне своими пирожками-то вонючими стреляешь? Гад, а? Я от него отхожу, он мне пирожки кидает эти. Ладненько. Идем дальше. Сейчас посмотрим, кто кого. Да, это сам играть, это тоже такое своего рода. Вот, все, теперь босс уже второй, да? Подлечимся сейчас быстренько. О! Так, давай. А, это тоже стреляет пирожками, смотри, гад. На,
Есть. Уровень пройден. Давайте подлечимся. Еще возьмем. Еще подлечимся немножко. Вот, танки пошли. Так, отойдем немножко назад. Очень долгая перезарядка, ребята. Не, хотя нормально. Вроде бы. Так, вот этих мне нужно срочно уничтожить. Они будут стрелять мне постоянно. На. Еще одного. А, ну все, уничтожили. Нас уничтожили. Посмотрим, сколько монет заработали мы. Ох ты, 260 монет. Спасибо. Давайте по приключению посреди лета сыграем. Здесь поиграем немножко. Дойдем мы до босса или нет? А может быть и дойдем, слушай. Я достаточно-таки нормального расстояния в них стреляю. Во! Давай. Едь сюда. Готов. Смотри, мне ни одного урона не сделали. Хорошо. Атлас. Молодец. Так, ты чё, я тебя не уничтожил, что ли, получается? Все, готов. Так, ну у меня урончик уже есть какой-то, да? Кто-то меня уже урон сделал. А кто мне сделал урон-то, я не понимаю. Я стараюсь как бы далеко от них быть. Да ё-моё, ты что такое, а? Неубиваемый. На, получай. Есть. Да, неплохо тут Атласом играть. Ну что, я тебя не убил еще, что ли? Есть попадание. Еще два раза. Готов, готов танк. Уничтожили. Так, этот опасный, опасный чувак. Все, разбили мы его. Ну, отправляемся дальше. Может быть, даже босса уничтожим. Есть. Попадание прямое. Так, красненький. О, что, убил? Нет, тебя еще. Нет! Ё-моё, а ты-то откуда? Кто ты такой там? Откуда ты вылез вообще? Гад. Катюша, да? На Катюше. Ох-ох-ох-ох-ох. Красненький, смотри, какой мощный был, а. Ну, мне просто этот, на Катюше испугал меня. Как он быстро вырулил. Так, на, держи. Отдыхай. О, на Катюше летит прям, смотри, на. Да ты чё, неубиваемый, что ли? Так, давай, сейчас этот. Красненького уничтожили. Все уничтожили. Идем дальше. Монетки. О, вот этого надо быстренько уничтожить. Все, он опасный. О, два вас. Ёлки-палки. Вообще, смотри. На. Нет, еще один удар ему. Есть. Вот, теперь хорошо, мы его уничтожили. Да. До босса мы, наверное, даже можем дойти. Так, на Катюше аккуратно. Это неизвестно, куда идти, вперед или назад лучше. С одной стороны, лучше даже идти вперед. Ладно, сейчас подождем. Все, стреляем. Есть один танк, уничтожили. Второй. Тоже уничтожили второй танк. Тут... А, этот перевернулся, смотри. Раз, и все. Осталось танка 4 уничтожить, я так понимаю. Примерно. И будет босс у нас.
Ух ты, Катюша, смотри. Тихо. О, ты что, перевернулся, что ли? Дружище-то. А, вы вдвоем перевернулись. Ну все, последний танк. Давайте подлечимся сразу. Хорошо. Так, это уже последний танк, я думаю. Да, вот и босс. Сейчас быстренько босса уничтожим. Так, мимо. Ох ты, тихо. Какой ты резкий, а. Так, нужен... Ой-ой-ой-ой-ой. Давай здесь встанем сейчас. Во. Есть, уничтожили мы его, наконец-таки. А, сколько же я тебя не мог уничтожить-то? Долго. Получаем звездочку. А, хорошо.